В свой кабинет Юрий Иванов спешит по пока еще пустым коридорам поликлиники. На работу привык приходить с утра пораньше. Его главное правило – никогда не опаздывать, быть первым во всем. 27 лет назад он принял участие в открытии и возглавил первое в Туле отделение пульмонологии и первый стационар для лечения пациентов с заболеваниями дыхательных путей. Активно стал внедрять новые технологии, использовал новаторские методы лечения. Несмотря на то, что было трудно, не богато, но видя вот больных, которым нужна помощь, и что я могу помочь этим больным, у меня такой мысли даже не было, чтобы бросить. Как результат, звание врача высшей категории – отличника здравоохранения. При этом с детства надеть белый халат Юрий Иванов не мечтал. Собирался поступать в педагогический. Отговорила классный руководитель, посоветовала пойти в только что открывшийся в Рязани медвуз. Потом была ординатура и практика. В 61-м году по распределению оказался в Калмыкии. По степи ездить к пациентам приходилось на ослах и верблюдах. А после аспирантуры, опять же по распределению, приехал в Тулу. 12 лет руководил терапевтическим отделением одной из городских больниц. Потом в облздравнадзоре был главным терапевтом. Тогда на вопрос о своем месте работы отвечал вся Тульская область. А недавно в одной из районных больниц он встретил пациентку, которую лечил 50 лет назад. Ситуация была такая, что она была очень тяжело больной. Стоял вопрос о том, рожать ей или не рожать. Провел всю необходимую диагностическую и лечебную помощь. В результате благословил ее народы, она родила. И вот сейчас мы встретились, она уже бабушка. У нее благополучно и родился ребенок, и родилась уже внучка. Через 58 лет работы в медицине преподавателем Юрий Иванов все-таки стал. Коллег-врачей он консультирует по методам лечения. Пациентов в прямом смысле учит дышать. Иногда заново. Тех, у кого обнаруживаются серьезные заболевания, пульмонолог старается вернуть к нормальной жизни. Я живу благодаря его. Только благодаря. Вот он меня вот так, понимаете, вселяет вот эту надежду. Вот я 3 года живу нормально, прохожу и не кашляю. Если перед дверью закашляют, то от него ухожу, уже не кашляю. Юрию Иванову 82 года, но на пенсию он не собирается. Сейчас врач заведует консультативным пульмонологическим кабинетом. К нему приходят пациенты из всех лечебных учреждений Тулы. В день до 20 человек. А в отделении пульмонологии работают его ученики. На связь для консультации по телефону и скайпу врач выходит в любое время суток. За верность профессии Юрия Иванова номинировали на главную российскую премию в области медицины. Призвание. Церемония вручения состоится в Москве в преддверии Дня медика. Любовь Зиконкова, Руслан Кравченко, Первый Тульский.